И всем привет, на телеканале Тыковка ТВ, и сегодня я вам расскажу такую историю про пони Rainbow Dash, которая так хотела себе новогодний подарок, игрушку, но не знала, что ей принесет Дед Мороз, потому что обычно он приносил ей не то, что она хотела. Так что давайте продолжать и узнаем, что же все же это такое. Ой, какая скукота. Скучно сидеть так. А, да ладно, очень круто, сестра. Легко говорить, у кого есть У кого есть вот такая крутая, прикрутая, прикрутейшая Белль-куколка. Ну, во-первых, это сначала тебе ее подарили, а потом мне. Конечно, ты меня младше на много лет, на 2 года, и тебе еще должны дарить подарки. Ну, я тебе на немного старше, ты уже хочешь в 2 класса, а я нет. Ты пойдешь. Скоро. Я это знаю. Девочки, всем привет. Так, привет, девочки. И сегодня у нас Дед Мороз придет. Ведь Новый год уже. Ёлка говорит, горит, наши кошки пьют молоко, а ты, Rainbow Dash, не в новогоднем настроении. В каком новогоднем настроении? Его не существует. А Дед Мороз мне вечно приносит ерунду, так что Новый год это просто как праздник. Просто праздник для тебя, это не просто праздник. Новый год это самый наш любимый праздник, который отмечается. Так что давайте ждем ночи. Скоро отпразднуем год и будем спать. Мороз мне опять ерунду принесет. Ага. Ну ладно, посмотри. Давайте спать, девочки. А, да ты права, мама. Мама только обещает, что если... Ой, Дед Мороз мне ничегоши не подарит. Того, чего я хочу, ты мне подаришь. Хорошо. Вот, накрывайтесь одеялкой желтым. Да. А я пойду в свою комнату посмотрю. Я Дед Мороз. Я вижу, это девочка, которая зовут Rainbow Dash, не рада моим подарком. Ну, я ее накажу. Снег пусть дует. И пусть подарки ей придут, такие, как она хочет. Но я ей дам только такие подарки, какие надо. Поспали часок. О, осталось несколько минут до Нового года. Давай-ка заправь постель нашу. Вот так. Вот, идеально. Сейчас Новый год будем встречать. Да какой это Новый год? Это не Новый год, это просто какая-то ерунда, праздник. Как ерунда? Мы с куколкой уже подготовились. Подожди, а ты как там подарки, девочки? Это хорошо поспала? А вдруг под елкой что-то есть? Давайте посмотрим. Давайте. Девочки, пошли. Девочка. Там, где мои куклы, ну вряд ли Дед Мороз что-то. Вот что-то принесет. Этот злой дядя ничто не принесет. Как он злой, он хороший. Сейчас вот и выясним, злой он или добрый. Подарки! Ой, сейчас я тут все разберу, разгребу. Дедушка Мороз приходил. Для мамы. Ой, это мой подарок, это мой. Все, уходите, это мое. Моя папка. Мяу. Ой, мяу. Мяу. Для Китти. Ой, Китти, ты так идет. И для Белоньки, ой, Белла, ты... Ой,
такая красивая. Белла, это тебе уж точно пойдет. Белла, тебе это уж точно пойдет. Смотри, как это... секундочку. Как это красиво и оригинально. Мяу-мяу. Так, давайте посмотрим, девочки. Ой, ну давай. Ладно, мяу. Мяу-мяу-мяу. Так, кошки, идите пока. Посмотрим. Что это за подарок? Это пони! Это же мне, наверное, пони! Ялку! Мне пони подарили! Так. Как? Как? Себе? Это мне пони! Смотрите, вот эта поньки моя! Ура! Так, это моя пони. Ура! Как так? Ты белый будешь. Мне коробка с сюрпризами. Фу, гаю. Фу-фу-фу, я не люблю такие сюрпризики. Ну ты чего, круто. Доченька, посмотри тут тебе какую папочку. Хотя, да, какие клевые подарки. О, да. Книжка «Лошадиные скачки». Две пары сережек, пара сережек. И вот такая папочка. Она открывается так и закрывается. Ай-яй-яй. Кстати, у меня такая же папочка, только зеленого цвета. Сейчас, стой. Она тут не очень хорошо. Оп. Вот такая же, только она тяжело открывается. Ой. Да уж, я рада подарку. Да, у меня первая куколка. А у меня их никогда не было. Ну, так, кроме моей любимой. И теперь у меня есть еще лошадка, блин. Ну да, везет же тебе. А у меня зато будет... У меня зато будет вот такая вот папка на столе новая. Вот такая новая папочка на столе у меня. Эх, будет. Потом мне из украшений будут сережечки. Ну, не так гриб. Не так сережечка. И книжечка. А, все. Коробочку положу. Нет. Все же Дед Мороз очень хорошие подарки приносит. Я согласна. Дед Мороз хорошие подарки приносит. Ой, держите. Корм сюда кошачий. Мяу-мяу. Кошечки, давайте-ка вот сюда. А мне вот такую фигурку подарил Дед Мороз. Сейчас положим наши игрушечки. Берем коробочки. И настало время Новому году. Ой. Дун-дун-дун. Новый год, Новый год, Новый год. Новый год, Новый год. Ура! Ура! Всем пока! Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите дальше. Не пропускайте мои видео, пожалуйста. Смотрите, пишите в комментариях, смотрите мои видео и комментируйте их. И, конечно же, не забудьте ставить лайк! Всем пока! Новый год! Новый год! Новый год! Скоро будет Новый год!